с моим ребенком что-то не так. Во время беременности бывает страшно и тревожно. А вдруг с ним действительно что-то не так? Господи, что же делать тогда? Дай мне знак, попросила Бога молодая будущая мама Татьяна. И несмотря на то, что врачи ее совершенно не пугали и поводов волноваться не было, что-то ее тревожило. Господи, если с моим ребенком что-то не так, дай знак, что ты нас не оставишь и поможешь, попросила она. И когда ее сын появился на свет с серьезным, редким генетическим заболеванием, на его ножке оказалось родимое пятно в форме ангела. Знак, который помог маме, дал ей сил и не дал отчаиваться. Многие говорят, что ангелочек. Вот смотрите, вот так вот, крылышки как будто, головка, платьишко. Боком, видите, головка наклоненная, крылышки сзади, боком вот он стоит вот так. Как будто вот так ручки впереди. Родился он в мой день рождения. Я увидела его мельком, я рожала сама, увидела его мельком, что синенький, что-то с головкой не так. Но я никогда не видела маленьких ребятишечек, ну, потом, поэтому не поняла. И поэтому его положили сразу на столик и обступили. Ну, я ждала, что с ребенком. Вижу, что там, человека три было, медперсонал. Что они его обступили, я так между ними видела, что ручки-ножки есть, думаю, слава богу, все нормально. Но врачи слишком долго осматривали малыша, и Татьяна забеспокоилась. Она не раз спросила, что с ее ребенком. Медики показали ей сына, его крохотные ручки и ножки, сросшиеся пальчики, и сказали, что это не единственная проблема. Что у нас еще неправильная форма головы, что у нас глазки далеко друг от друга и выпучены. Что переносицы нет, что ушки низко, что ребенок болен сильно. Оказалось, что у Вовы редкая генетическая болезнь – синдром Аперта, врожденная аномалия развития черепа и костей конечностей. Один случай на 200 тысяч новорожденных. Лечение только хирургическое – разделять пальчики и раньше времени сросшиеся части черепа. На умственное развитие может повлиять, если вовремя не сделать операцию на голове. То есть, получается, мозг растет, а череп не растет, и клетки мозга отмирают. Поэтому ему требуется операция вот из-за неправильной формы головы. Будут вставлять дистракторы в голову и на полгода. Они будут из головы торчать, можно так сказать, и мы в течение полугода будем их крутить. И сами с мужем, получается, увеличивать затылок ребенку. Дальше, через полгода, мы поедем убирать эти дистракторы. Если не вовремя делать операции, и может и глаз опуститься, и нос подняться, и глаз сильнее вылезти. А у нас вот сейчас ставят риск атрофии слуха и зрения за счет того, что в голове из-за неправильного роста кости глазкам нету места, нервы передавливаются. Мама Татьяна рассказала, что операцию Вове должны бесплатно сделать по квоте, а вот дистракционные аппараты нужно покупать, и на это потребуется около 1 000 000 рублей. И это не единственная проблема. Жуткую, непереносимую боль Вове доставляют вырастающие ногти. Тогда ручки опухают, воспаляются, малыш перестает спать, постоянно плачет и боится двинуться. Ногти не раз приходилось вырезать, и после операции ходить на перевязки. Заживление очень болезненно. Каждое его движение, если он за что-то задевал, за меня даже, он боялся руку опустить на меня, потому что он плакал от боли. Чтобы разделить и сформировать пальчики, нужно провести операции. Для этого квоту оформлять на каждый пальчик отдельно и ждать своей очереди. На каждый уйдет около года, а их на руках и ногах должно стать 20. Столько лет мучиться для ребенка невыносимо, считают родители. Они узнали, что можно сделать операции платно. Тогда не придется долго, по полгода-году ждать квоты. К тому же можно будет сформировать 2 пальчика сразу, но стоить это будет 115 тысяч рублей. Каждая операция по формированию 2 пальчиков, не считая билетов на самолет и затрат на реабилитацию. Итого около 2 000 000 рублей нужно для того, чтобы провести все необходимые
необходимые хирургические вмешательства, избавить малыша от боли, предотвратить глухоту и слепоту, позволить спокойно спать по ночам. Таких денег у обычной семьи из Рубцовска нет, поэтому родители мальчика обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям. Узнать, как перечислить деньги, можно у мамы Вовы, Татьяны. Ее телефон на экране 8 923 161 94 43. Звоните обязательно, любая сумма очень важна, каждый вклад ценен. Вместе мы сможем спасти Вову от боли, дать ему возможность расти и развиваться.